Чтобы вскипятить воду, испечь хлеб, построить дом, то есть произвести любую вещь, нам необходима энергия. Вы задумывались над тем, сколько энергии потребляете в сутки? Спрос на энергию растет во всем мире, но ведь запас ископаемого топлива не бесконечный. Где мы будем брать энергию завтра? Очевидно, что будущее человечества напрямую зависит от того, научимся ли мы получать столько энергии, сколько нам необходимо. О солнечном влиянии на холодное мировое пространство. Люди, я призываю вас использовать энергию солнца. Устанавливайте солнечные панели для выработки электрической энергии. Сколько энергии отдает человечеству гигантский плазменный шар? О будущем солнечной энергетики в Казахстане. Подключаем коннекторы, нажимаем кнопочку, и начинается процесс испытания высоким напряжением. Сколько лет понадобится стране, чтобы из рядов отстающих перейти в отряд преуспевших? Уповать на то, что население у нас вот прям сегодня все станут зелеными, наверное, это неправильно. О слежении за солнцем от рассвета до заката. Чистая энергия может быть дешевой, доказал казахстанский физик Владимир Антощенко. Эта установка управляется автоматически, то есть утром при появлении солнца она позиционируется на солнце и следит за солнцем в течение всего дня. Что будет представлять из себя первый отечественный солнечный дом, как смастерить портативную солнечную электростанцию и что значит автономный офис по-норвежски, расскажем в рубрике «Это интересно». Не пропустите. Ослепительная энергия будущего. Один час света в жаркий солнечный день содержит столько энергии, сколько весь мир не потребляет за год. Вот если бы человечеству удалось поймать хотя бы 0,01% этой силы, нефть, газ, уголь, ископаемые природные ресурсы точно потеряли бы актуальность. Энергию гигантского раскаленного плазменного шара, излучающего свет и тепло, в мире сегодня вбирают в себя 140 миллионов квадратных метров солнечных коллекторов. Большая их часть построена в Китае, на втором месте – государство Европы. Люди, я призываю вас использовать энергию солнца. Устанавливайте солнечные панели для выработки электрической энергии. Мы вырабатываем электричество на солнечных панелях, независимые, экономим миллионы. К сожалению, в нашей стране людей с убеждением, что будущее за альтернативной энергетикой пока не так много, как в странах Запада. Пример, который демонстрирует Канаду Сказеев как экспериментальная площадка, правда, уже успевшая доказать эффективность. 1106 установленных фотомодулей вырабатывают в солнечный день 1400 киловатт-часов энергии, которая обеспечивает светом целый оздоровительный комплекс. За год работы мини-электростанции предприятие уже сэкономило миллионы тенге. Вот она, реальная польза, доказанная в цифрах. Из крупных проектов в стране сегодня действуют 5 солнечных электростанций общей мощностью более 2,5 мегаватт. Чистую энергию страна черпает в Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской областях. К сожалению, пока вклад в общий энергобаланс минимален – 0,3 миллиона киловатт-часов в год, хотя солнца у нас много. Если говорить о хороших площадках на юге Казахстана, в тех регионах, где очень много солнца, то, в принципе, у нас есть площадки, на которых 2500-3000 часов солнечной активности в год. Это очень хороший потенциал по оценкам международных экспертов. И, соответственно, это говорит в пользу того, чтобы развивать солнечную энергетику в Казахстане. Развитие солнечной генерации на юге, оно еще обусловлено тем, что все-таки на юге у нас нарастает энергодефицит, и поэтому это тоже очень выгодно с точки зрения наличия собственных генерирующих мощностей в южных регионах. Доля возобновляемых источников энергии в общем балансе страны сегодня мизерна – 0,7%. До конца этого года стоит задача поставлять в сеть процент зеленой энергии. Через 6 лет эта цифра должна увеличиться в 3 раза. Согласно стратегическим расчетам, ВИА будут приносить 3,5 миллиарда киловатт-часов в год. Именно возобновляемые источники энергии позволяют решать доступ к электроэнергии. С развитием технологий, с
с развитием опыта в Казахстане по реализации таких проектов. Я думаю, что все больше и больше проектов, они будут эффективны и они будут интересны для инвесторов. О том, что преобразование солнечной энергии в электрическую – дело действительно выгодное и перспективное, говорят факты. Число предприятий, выпускающих фотоэлементы, постоянно растет. Сегодня в 40 странах мира таких компаний более 200. Существенно приблизиться к энергии будущего казахстанцам позволяет первый и единственный отечественный завод. За прошлый год здесь выпустили с конвейера 8 мегаватт продукции, более 200 тысяч солнечных батарей. И вот он, производственный процесс. Сейчас гирлянда проходит систему видеоконтроля. Она ее успешно прошла и ложится на стекло. Таким образом, на каждом стекле у нас собирается 6 гирлянд по 10 ячеек. Ячейки, из которых производятся солнечные элементы, они делаются из материала под названием кремний. То есть это наиболее распространенный элемент после кислорода на Земле. Очень распространенный элемент, поэтому никаких проблем с сырьем у нас нету. Готовый модуль с 6 гирляндами выкатывается на вот этот конвейер, где наши работники ложат шинки, соединяющие их между собой. То есть таким образом получается у нас матрица уже готовая. То есть эти шинки, они нужны, чтобы 6 гирлянд были соединены между собой и между ними мог проходить ток. Это устройство, которое вы видите, называется симулятор солнечного излучения. Он предназначен для того, чтобы снять электрические характеристики с модуля. То есть здесь мы узнаем то, что мы создали. Это электрический ток, напряжение и максимальную мощность. Как вы видите, каждые 2 минуты у нас заканчивается производство одного модуля. Подключаем коннекторы, нажимаем кнопочку и начинается процесс испытания высоким напряжением. Мы убедились, что в модуле нет никаких дефектов. Оператор нажимает кнопку подтверждения. Модуль уходит далее по линии, где рабочие последние станции крана, он ложит модуль, соответствующую палету, которая у нас разбивается по мощностям. За 1,5 года работы завод, благодаря высокому качеству выпускаемой с конвейера продукции, завоевал репутацию поставщика №1 на отечественном рынке. Сейчас маркетологи компании ищут покупателей за рубежом, где уже проявляют повышенный интерес к казахстанским фотоэлектрическим модулям. Сделаны попытки по выходу на рынок Российской Федерации. Сейчас там ведется программа, и причем активно ведется программа по строительству солнечной электростанции. Предприятия Российской Федерации уже к нам обращаются. Ведем сейчас в настоящий момент переговоры о том, чтобы наша продукция экспортировалась в Российскую Федерацию. Также у нас были некоторые клиенты, которые предполагают покупку нашей продукции и ее вывоза в Европейский Союз. Существенный спрос казахстанского продукта, в отличие от импортного, в качестве согласованном с европейскими стандартами и одновременно низкой цене. Мы даем гарантию 10 лет, до 10 лет на нашу продукцию. Это заводская гарантия и 25 лет на эксплуатационную гарантию. У нас эксплуатационная гарантия 25 лет с потерей мощности не более 15%. И наше преимущество, мы находимся здесь. Республика Казахстан. И приобретя у нас продукцию здесь в Казахстане, вы всегда, если что-то с модулем случится, вы всегда можете прийти и заменить. Кстати, при расширении спроса завод готов вдвое увеличить мощности с 500 до 100 мегаватт в год. Во всех солнечных батареях, которые сегодня можно приобрести, есть масса достоинств. Они способны обеспечить дом электричеством, теплом и даже горячей водой. При этом мини-станции весьма неприхотливы в обслуживании. Однако у всех этих конструкций есть один недостаток – это высокая цена. Чтобы альтернативный источник был функциональным, придется выложить несколько тысяч долларов. А это, увы, далеко не каждому по карману. И сегодня многие ученые ломают голову над тем, как сделать солнечную электростанцию доступной рядовому потребителю.
Этой цели посвятил свою жизнь казахстанский физик Владимир Антощенко. В недрах родного университета он создал автономный источник энергоснабжения стоимостью 80 тысяч тенге. В отличие от большинства подобных конструкций, эта станция способна следить за солнцем от рассвета до заката. Эта установка управляется автоматически, то есть утром при появлении солнца она позиционируется на солнце и следит за солнцем в течение всего дня. Единственное обслуживание тут требуется, ну, это протирка зеркал, если там пыль попадает, потому что эффективность будет падать. Использование зеркал в качестве концентратора света – идея не новая. Но для пущей эффективности Владимир Степанович доработал эту конструкцию, снабдив ее генератором электрического тепла. Вода, циркулирующая через всю конструкцию, снимает тепло с солнечных элементов, не дав им перегреться. При этом она нагревается до 60 градусов и обеспечивает хозяев горячей водой. Чем хороши эти установки? Вы, скажем, электричество – это высокая, как бы, энергия, ну, скажем, высокого класса, так скажем, электричество. Тепловая энергия – это плохая энергия, можно сказать. Вот мы часто тратим хорошую энергию электрическую на то, чтобы нагреть чайник воды. Если вы в чайник зальете воду с температурой 60 градусов, которую мы здесь предполагаем получать, то вам уже гораздо меньше надо электрической энергии будет потратить, чтобы вскипятить этот чайник. Вот здесь тоже существенная экономия. Об этом мало кто задумывается, в общем-то, но это один из факторов вот комбинированного использования тепловой и электрической энергии. Чтобы увеличить пропускную способность солнечных элементов, ученый дорабатывает заводскую пластину на приборе измерения вольт-амперных характеристик промышленных солнечных элементов. Токосъем идет не вдоль контактных полосок и шин, а у нас много штыревых контактов, которые снизу проходят через солнечный элемент, через отверстие, которое мы предварительно в нем делаем. И они идут на токосъемную плату с верхней контактной сетки на солнечные элементы. Таким образом, мы существенно сокращаем путь прохождения электрического тока по солнечному элементу. Вместо двух полос, которые имеются в обычных солнечных элементах, ученые используют 6 токосъемных шин. Это позволяет снизить последовательное сопротивление солнечного элемента и снять почти троекратную мощность. Все эти новшества делают станцию достаточно функциональной и недорогой в обслуживании. Но секрет низкой себестоимости кроется не в самих элементах, а в механизме, который приводит эту конструкцию в движение. Здесь у нас использована система двухкоординатного слежения за Солнцем нашей собственной разработки. Это позволило нам практически в два раза снизить стоимость системы слежения. То есть если промышленная система слежения стоит порядка 150 тысяч тенге, то наша 72 тысячи тенге. Все остальные блоки солнечной станции стоят недорого и легко заменяются. Если энергии недостаточно, то на одной платформе можно установить 4 таких модуля, которые в суммарной мощности смогут вырабатывать киловатт электроэнергии. При необходимости станцию можно быстро разобрать и перевести в багажники легкового автомобиля, а ее монтаж вовсе не требует математической точности. Достаточно установить станцию на бетонное основание и включить систему слежения. Обычно для того, чтобы работала концентраторная система, надо очень четко выставлять вертикаль и горизонталь системы. В нашем случае мы применили, ну еще в смысле разработали такой принцип, когда точной установки не надо. И может даже сам пользователь, покупатель установить, залить бетоном, даже будет несколько градусов, скажем, не вертикальность. Это все выберется с помощью фотоэлектрических датчиков, которые будут следить за положением солнца. После ряда испытаний ученые планируют открыть небольшое производство. Офисное здание в Норвегии производит энергии больше, чем потребляет. Уникальное сооружение расположено в пригороде Осло. До реконструкции ежегодно на его обслуживание приходилось 650 тысяч киловатт-часов энергии. После обновления энергопотребление сократилось более чем в 6 раз – до 100 тысяч киловатт-часов в год. Генерируют энергию солнечные панели на здании. Они способны ежегодно производить 200 тысяч киловатт-часов энергии. Плотная стыковка стен, потолков, окон, а также изоляция позволила разработчикам минимизировать потери тепла. А фасадное затенение и облицовка бетонными плитами значительно уменьшают нагрев здания летом.
«Солнечный дом». Проект под таким названием разрабатывают ученые Женского педагогического университета в Алматы. И хотя сам дом пока еще не готов к демонстрации, его начинка уже работает. Автор проекта, профессор Ажимукан Жамалов, поставил перед собой амбициозную задачу – полностью обеспечить жилой коттедж отоплением и горячей водой. Для этого ученый намерен использовать не только солнце, но и геотермальные источники, которые находятся на глубине 70 метров. Воду, нагретую самой природой, качает тепловой насос. С первого контура теплоноситель с температурой примерно 40-30 градусов поступает испаритель. При температуре 30 градусов подаваемой, этот теплоноситель превращается в пар. Компрессора пар выдавливаем, обратно превращается в жидкость. При этом выделяется определенное количество теплоты. И этой теплоты мы используем для теплоснабжения данного объекта. Если зимой дом отапливается благодаря геотермальному источнику, то летом горячей водой обеспечивает плоский солнечный коллектор с битумным абсорбером. У этого устройства теплоприемная поверхность, через которую проходит вода. В результате циркуляции вода нагревается до 80 градусов по Цельсию. С 1 метра квадрат поверхности мы получаем 100 литров в день. Если коттедж, число человек, живущих там, если известно нам, допустим, 10 или 12, за одного человека мы считаем 100 литров в день, то, значит, обеспечит горячей воды нужно 120 метров квадрат геликоллектора. Вся установка стоит около 1500 долларов. Но это в том случае, если коллектор занимает площадь в 1 квадратный метр. И чтобы не увеличивать стоимость конструкции, ученые рекомендуют использовать геотермальный источник круглый год. В таком случае вложенные в альтернативную энергию средства окупятся примерно через 3 сезона. В Европе набирают популярность портативные солнечные электростанции. Кстати, любители путешествий могут сделать их самостоятельно. Так называемый SolarPod – это прежде всего самодостаточный, экологически чистый источник энергии. Он упакован в прочный кейс. На передней панели расположены выходные разъемы. В их число входит розетка, рассчитанная на мощность в 400 Вт, 2 5-вольтных USB-разъема и стандартный 12-вольтный автомобильный прикуриватель. На задней панели устройства расположены входные гнезда двух типов. Это 5-амперный сетевой адаптер питания и разъемы для подключения солнечной панели. Фотомодуль легко отстегивается, раскладывается, у него выдвигается подставка, которая позволяет установить панель под необходимым углом. Полный заряд аккумуляторов через солнечную панель займет около 6 часов, а заряд от сети будет длиться 4 часа. Эта автономная переносная система может питать 32-дюймовый ЖК-телевизор в течение 5 часов, 40 раз зарядить смартфон или питать холодильник в течение 18 часов. Вот уже год в стране ведется работа по формированию государственной политики в области ВИЭ. В частности, разработан и принят закон по поддержке использования альтернативных источников. Причем его нормы направлены не только на поддержку инвесторов. Помощь предлагается рядовым потребителям. Уповать на то, что население у нас вот прямо сегодня все станут зелеными, наверное, это неправильно. Да? И каждый из нас потребитель, и каждый из нас, сидя и распоряжаясь своим кошельком, своим бюджетом, в первую очередь смотрит, чтобы это было дешевле, качественнее и доступно. И с этой точки зрения, наверное, вот первые шаги, которые мы сделали в законе о поддержке возобновляемых источников, что сегодня я не имею доступа к электроэнергии в отдаленном населенном пункте, поскольку населенный пункт не электрифицирован. Если завтра я куплю установку 5-киловаттную и получу доступ к электроэнергии, а государство мне еще 50% стоимости этой установки покроет, то в этом случае это для меня выгодно. Поскольку я получаю электричество, у меня повышается качество жизни. И, соответственно, вот такие вот первые шаги, они позволяют как бы повернуть население в сторону экологически чистых источников, в сторону зеленой энергетики. К 2020 году общая мощность солнечных электростанций в стране составит 500 мегаватт. Вклад в развитие зеленой энергетики внесут 25 новых солнечных электростанций. Что есть энергия будущего? Ответ на вопрос мы ищем каждую неделю. Не пропустите.